Всем привет! Вот, как просил Ёшкин хвост, сегодня пораньше стремец решил запустить. Часа на два где-то будет стрим. Продолжая текстуринг пушки. Ну и как всегда, в первую очередь проверяю звук, изображение, все отлично. Но можно начинать, точнее, продолжать текстуринг пушки. Но в каком этапе я остановился? Значит, базовыми заливками я все сделал. Начал вырисовывать рельеф. Ну, то есть работать уже с хайдмапой. Есть сейчас идет этап рисования рельефа, который не был замоделирован. Сейчас буду ручку на ручке рельеф рисовать. Мне не нравится, какой он на оригинале. Но форма мне вот этого вот в этом месте форма рельефа, она мне как-то не нравится. Сейчас подумать, что нарисовать, какой узор, какое пятно будет данного рельефа. Посмотрю, как это сделано в других пушках. Добавлю слой, в котором буду рисовать рельеф на ручке. Свичмарк, привет. На блендера ставится девиз, вы попадаете по тебе. Немедленно приложите паспорт к задней стороне монитора. У меня туда там паспорт всегда лежит, как бы, поэтому можете приступать к своей работе. Делайте свою грязную работу, Волга, мистер Волга.
Погни, это он работает. Да нет, это не я. Меня перепутали. С кем-то. У меня есть это брат этот, близнец. Видимо, это вы его ищете. Так. Сейчас надо посмотреть на других пушках все-таки. Как рисуется рельеф в данном месте. Кажется, ничего интересного не могу найти. Ладно, сейчас вот выберу более-менее. Где-то я тут видел картинку. Поехали. Включай, чтобы кисточка работала от камеры, а то так поудобнее будет, чем когда она к объекту привязана, она все время скачет и не всегда получается ровный узор нарисовать. Нажим от кисточки каждый раз по умолчанию стоит неудобный. Свичмарк, во сколько запускаться будешь? Так, блин, я забыл симметрию включить. И это что, симметрия? Что за фигня? Это неправильная симметрия. А почему? У меня же в блендере это все в нуле координат находится. Ну-ка, сейчас проверим.
Я не знаю. Не опять за руль сегодня. Оружие находится в нуле координат, да? Ну да. Почему в Пейнтере это все находится где-то непонятно. За бред. Давайте попробуем в FBX сохранить. Пушкать пушечку. Вы в блендере Location и Scale применили? Это что значит Location и Scale? Это контрола, которая? Применял я Location и Scale. Но все равно какая-то ерунда. Интересно. Че это он так? Ждем, пока отэкспортируют. Так, вроде все. А здесь этот не работает. Project Configuration. Ну, что за подстава? Так, сейчас я подумаю, как быть. Капец. Конечно.
вообще неприятная ситуация. То есть, мало того, что не в центре находится, так еще Project Configuration не работает. Импортирую обж в Blender, посмотрю, как там это все выглядит. Ну, если я обж, который использую в текстурировании, опять импортирую в Blender. Интересно, в каких он координатах будет. Ну, в нуле координат. Что за магия? Вообще как-то можно этот мирор настраивать. А если я... Ладно, сейчас попробую вот этот же общ. Перегоню в... FBX. Смотрю, что будет. Попробую с разными настройками этот... Препрожект сделать. Зря я нажал. Надо было в начале настроечки поковырять. PX, Rigger. Тут у нас вообще есть. По геометрии. Tangent Space. Ну, Tangent Space надо. Smooth Normal Only. Fly Modificators не надо. Здесь все потупая. То есть только Mesh надо. Что-то паттерн симметрию стоит на основе... Тогда, походу, то есть у меня получается же объект, вот здесь у меня торчит железяка, да? Получается, bounding box у меня смещен. По-видимому, даже если я сейчас FBX сюда закину, ничего не поменяется. А как быть-то тогда? И настроек никаких нет вообще.
Сеттинг. Парет какой-то. Может, настройка все-таки где-то есть этой симметрии, но я вообще не помню такого. Когда надо будет, типа, затвор, может быть, примерно затвор сейчас отдельный материал назначу. Кажется, он еще не сделали настроек. Собирается с 2014 года. Блин, ну это капец какой-то. Ну это же вообще неудобно. Bounding box. У Bounding box вообще странно как-то. Бред. И как назло этот у них перестал работать. Репрожект. Вообще подстава. То есть, и что, мне руками все рисовать, что ли? Ё-моё. Сейчас попробую репрожект сделать. Здесь, например, призыв строк позже, я еще комплект, окей. Так, какая-то там ошибка. Инвалид сцен, mesh куб, has no координат сцены. Какой куб? Я в куб, что ли, в сцене? А, ну да, куб какой-то. Давай его отрубим. А, кстати, пользуясь случаем, надо сгладить. Какую-то там деталь, помню, была не сглажена. А, вот этот вот, зеленый. Так, а где она? А где вот эти две детали? За подожди, давай. Вечно какие-то проблемы непонятные. Так, еще раз сейчас импортирую. Прицел куда-то пропал. Я сейчас попробую затвор просто в другой текстурный сет перетащить и все. Но я не знаю, это значит, что у каждого текстурного сета должна быть, по идее, своя же симметрия, да?
А если у них будет общая симметрия строиться, то, блин, я даже не знаю, надо будет, может быть, затвор... Как это? Отсимметрить затвор просто в самой сцене. Ну, то есть сделать два затвора. Может, сразу так и сделать, кстати. Вот я импортирую обж, а здесь нету геометрии, нету прицела. Почему? Это вообще та сцена? Надо посмотреть. Ну, сцена та. Но он почему-то не хочет вот эти объекты. В общем, при импорте объекта в сцену некоторые два объекта почему-то не импортировались. Очень странно. Мармарсетовскую сцену посмотрю. Есть там прицел, вообще нет. И здесь их тоже нету. В Paint же они у меня есть. Странно. Сейчас надо подумать, что как мне быть. Так, ладно, я сохраню эту сцену. Всю сцену опять импортирую. Только надо только эти объекты. Каждый раз забываю, что тут галочку надо поставить, Select Only.
Долго он сохраняет. То есть я сейчас отэкспортировал эти два объекта и вставлю их в ту сцену. Симметрию вот эту деталь, не буду париться. Так вот это двину. Надеюсь, сейчас все сработает. Экспортирует, настрою вот это рисунок, которым будут полосочки, хочу сделать в центре. Все, нет. Сохранюсь на всякий случай. Мало ли еще вылетит. Вот я сделал, получается, симметрию, и все равно не посередине. Значит, не по bounding box все-таки, а по каким-то, блин, непонятным координатам. Ну что за бред вообще? Так, текстурные сеты сейчас проверю на всякий случай.
Ну да, даже у меня несколько текстурных сетов создалось. Все равно. Не по центру. Бред вообще. Так, ну в FBX сейчас еще попробую. Это дело. Дубль 2. Project Configuration, Select. Что за сообщение? Типа другие у него координаты. Давай попробуем по-другому. А здесь по центру. Ну и с чем это связано, интересно. Если что, мне придется здесь заново рисовать, что ли? Вообще не хочется. Ну, не придется.
Ну, это ладно, уже заново нарисую. В общем, какая-то ерунда с этим обжем. Вот FBX переэкспортировал нормально все. Ну, теперь можно со спокойной душой продолжить дальше. Попробую еще включить кисточку для того, чтобы ровно нарисовать. Это другое дело. Когда симметрия работает, это ништяк. Конечно. Ну, теперь сотру тут полосочки, как я хотел. В разных пейнтах это буду делать, чтобы вдруг неровно нарисую, чтобы каждый мог, ну, подправить отдельно, чтобы они друг от друга не зависели. Как цвет можно инвертировать или нельзя инвертировать? Ровненько это.
Ну, вот чем хорошо, да, в разные слои такие вещи разносить, то что вот я там Ctrl-Z поотменял, оп, у меня здесь рисунок, ну, как бы, стерся. Ну, и я могу спокойно и не беспокоясь о том, что я вот уже линии тут нанес, что они у меня в отдельном месте, то есть вот я сейчас могу дорисовать, и линии у меня никак не пострадают. Блин, а мне теперь не нравится, что эта штука маленькая. Ладно. Я хочу узор увеличить. Даже прикольнее, что вот это выше, ну, вот этот верхний элемент, он больше всех по размеру разнообразие задает. Теперь заблюрю немножко это дело. Ну, новости вышли какие-то про науку, надо будет посмотреть. О, надо же, Серж, нормальное время начал стримить, где вы? Не факт, что потом передать его потомкам. Я вообще-то уже в такое время как бы стримил, но это не первый раз. Видимо, ты просто пропустил. А вообще, вот, да, послушал, говорю, вот, ёшкин хвост хочет. Хочет, чтобы я вышел пораньше. Я подумал, надо осуществить его желание. И Новый год скоро. Так, нормалек. Теперь надо сюда другую, да, побольше сделать эту фактурку. Есть у меня для тех мест, где надо держаться, у меня фактура другая. Ехать по делам. Блин, я вот чисто ради тебя запустился, а тут хоп, оказывается, ты смотреть не будешь. А вообще я где-то, ну, сегодня до, скажу, до 4 где-то буду примерно стримить. Вот после этого сделаю перерыв часа на 3. Наверное, может быть, на 4. Ну и вечером опять, скорее всего, запущу стрим. Ну, я, то есть, беру, стираю
сохранил в Anchor Points маску вот этих мест. Ну и сейчас удаляю их с помощью данной маски. Оп-оп-оп. Неужто зависло? Главное, чтобы вот когда такое происходит, у меня так сыкотно сразу стоит. Хоть бы не вылетело. Обещаю через час вернуться. Ну давай, давай. Через час, так я через час уже все. На перерыв уйду. Скорее всего. Ну и что? Я не понимаю, то ли сохранение происходит, то ли это он завис. Что-то сегодня это крокодил не ловится, по-видимому. То симметрия какая-то дебильная, то нарисовал, значит, узор. Тут бац, зависло, блин. Типа рисую узор заново. Че, серьезно, что ли? Да ну нафиг. Рон, привет. Так, ну давайте еще чуть-чуть подожду и все, я буду перезапускать. Блин, что за неудача? Все потому, что с утра запустился. Завис, да, блин, капец. Сегодня какие-то проблемы сплошные. Какая-то магия, блин, происходит. Пентер это решил меня сегодня не слушаться. Так, ну все, завис стопудово. Пентер закрою. Заново узор рисовать. В третий раз, блин. Жесть. Ну, в смысле, с утра. С утра. С моего утра. Как-то психологического утра. Ну, я веду, как запустился, блин, какая-то ерунда. Будь здоров, Найтошич. Бля. Фак. Короче, да. Ничего не нарисовалось. Ничего не сохранилось. Жесть. Развертка в блендере, как тебе? Да и я ей не пользовался. Ну, я попробовал ее, но... Карагандер. Привет, добро пожаловать. Развертку я попробовал, но... В данном случае... Она не сработала. Поэтому развертку я делал в другом месте. Автосейв. А, кстати, автосейв надо посмотреть, да. Может, есть где. Big
Где у меня сцена расположена вообще? Тут вообще сцену куда-то сохраняю. Это непонятное место. Так, последнее автосохранение. А, ну вот, 0.6. Сейчас попробую. Разворачивал в... Попробовал этот Unfold 3D. Справился вообще на ура. Охренительная программа для развертки. Настроек там, правда, куча, да, надо разбираться. Да нет, тут тоже нифига не сохранило. Падла такая. Сейчас буду, блин, весь стрим это рисовать этот рельеф сратый. Какой-то. В одном месте. Блин, капец. Макси мне развертка вообще не нравится. Не, ну мне в принципе как резать на куски мне нравится, как это она сделала, но хай-рез там точно не получится нормально порезать там тормоза. Ну то есть ничем не лучше блендера. Сразу. Значит. Сразу закину. Сюда правильную сцену и А в Unfold там мне понравилось, там есть это, автоматическая развертка, куча настроек разных. То есть и достаточно шустро 2 ляма разрезал, запаковал. Мощная прошка. Мне она понравилась. Так, симметрию включил, включил. Все, рисую. Дубль 3.
Paint второй. Где я буду? Так, пойду делаем за до вечера. Ну давай. Не мышкой. Я как бы мышкой вообще не рисую. Это ад. Сам не рисую и другим не рекомендую. Так, блин, здесь нельзя рисовать в этом плее. Повторяю через самую операцию, что в прошлый раз. Ротор-статор, привет. Джедис, тебе тоже привет. Всем еще раз привет. С кем не здоровался? Это то самое оружие, которое в блендере делал. Да, это оно. Родименькое. Unfold 3D называется.
Так, тут надо как-то последовательность другую сделать, получается. То есть вначале я внизу формирую узор. Целос. Внизу формирую узор, где должен располагаться большой шум. Потом из него уже вырезаю разный рельеф. Блин, а что тут? Надо дорисовать центральную симметрию. Кстати, может быть, сейчас тейка у меня возникла. Ну, в комментариях подлетело. Так, кстати, вопрос. А в браше можно сделать симметрию с шагом, ну, допустим, 45 градусов? А, ну, там есть, как там называется, радиальная симметрия, но... Ну, как бы она будет работать, получается, но ну, у тебя должна быть какая-то сферическая, ну, или цилиндрическая поверхность. Ну, и ты, получается, можешь задать и количество этих радиальных симметрий, ну, исходя из градуса, там, выбираешь количество, ну, и она по кругу рисует. Грубо говоря, надо цилиндр изогнуть. Ну, да, можно такое сделать. О, Серега стримит. Алексей, здорово. Как это, как говорится, заходи, присаживайся. Но это я, к примеру, просто написал. Но если в блендере можно, то в Brush тем более. Там можно, но там как бы немного, конечно, логика другая, симметрия этой. Но она никак работает там, да, в блендере или в 3D Max там по-своему. Лексич? А, это Лексич. Здорово, Лексич. Надо запомнить. Стараться запомнить твой ник на Ютубе. С этих мест материалы слетали.
Ну и ты на Ютубе не Сергор. Разве? Сергорк у меня канал называется вроде. А, нет, там. Подожди, как там? Сейчас. Я гляну. А, ну да, там по-другому. Так. Оп-оп. Пошли дальше. Значит, материальчики тут позбились. Позбивались. Надо вернуть их назад. Это после импорта, по-видимому. FBX-объекта. Получается, Black Metal. Летел. Сейчас вроде все. Так, ну, рельеф на пластике можно считать законченным. Вроде там больше нет ничего такого. Вроде бы сейчас надо вспомнить. Ну, единственное, да, вот, вот здесь надо. Что-то придумать, мне кажется. Сохранись, ну давай. Ну сейчас тоже автосейв должен нормально. Работать. Просто что-то тогда какая-то ерунда произошла непонятная. Подстава какая-то была со стороны пейнтера.
Кстати, плохо, что тут, как в этом, в ZBrush нельзя, вот, например, я нарисовал такое, ну, вот выделение нажал, там пробел, например, зажимаю, и могу двигать выделение. Так, тут такого нет. Также сохраняем это Venture Points, и сюда надо брать мелкий рельеф. На имя, кстати, надо рельеф удалить, это у меня рельеф будет номер 3. Мелочевку дорисовываешь? Да. Ну, теперь точно с пластиком все. Только потом какая-нибудь идейка появится. Теперь где там еще у меня рельеф был? Кстати, на этом хочу сделать еще такой рельеф. Попробовать на дуле. То он скучновато совсем выглядит. Как же не хватает горячих клавиш. Блин, мне надо посмотреть, может. Я же, кстати, после этого апдейта не смотрел горячие клавиши. Может, они сделали. Что, конечно же, навряд ли. Такое чисто. Да. Блин, я не понимаю, чего они не могут каждую команду вынести сюда. Ну, в чем проблема? Вот тут, ну, что это за список горячих клавиш? Ну, вообще. Слабенько. Задержка стрима лютая. Ну, говорят, на этом, на Ютубе задержка большая.
Ух, тогда на Twitch перейду. Ну, попробуй, да. Вот так лучше сейчас замерю. Давай напиши вот сейчас сообщение. На Твиче так же. Твиче так же, блин. Кстати, я не знаю, может быть. Я настройки, кстати, вообще не менял. Нигде. В связи с чем может появиться пинг? Но у меня в ОБС задержка не включена. На Ютубе полминуты, тут секунд 20. Но разница не особо большая. О, уже потемнело в камере резко. Жалко, что камера сама вверх-вниз не ходит. За башкой моей следить. Пробни. Пробни там польский, например. Там секунд 20 от силы. А, ты про сервак, что ли? Ну, сейчас вот смотри, я даже на... Сейчас запингую какой. Мне ж пинговать можно. Сейчас проверим. Ну, у меня московский 21 миллисекунда. Но он у меня и стоит. Подожди, надо посмотреть, может слетело что. Да, московский стоит. Ну, самый маленький пинг на Москву. Еще получается гораздо длиннее дальше. Так, получается, мне надо эту линию сделать гораздо длиннее. Вначале прикину длину. Дело не столько в пингах, сколько в мощах сервера и его забитости. А. Ну, сейчас-то я уже не поменяю. В следующий раз надо, значит, попробовать. Другой сервачок попробую. Перебор.
По высоте надо повыше сделать. Во-первых, длина где-то такая. Во-вторых, надо выше. Так, вот слишком большая линия получилась. Толстая. В смысле пинг? Ну пинг, отставание. У нас в Эстонии пинга нет. Запрещен законом у вас, да? Ну вот так пойдет. Упс, что это? Камера что ли дернулась? Что это он так? Эта камера странная. Окей. Так, теперь. Где еще у меня рельеф? На патроне, на обойме много рельефа. И вроде все. Но сделаю на патроне, что быстро. Опа, а патрон-то не по центру. Ну да ладно, ничего страшного. Надо, значит, симметрию пока отключить. Где у нас был этот bullet? В самом низу, значит, делаем. А! Я, наверное, сразу тогда и на пулю сделаю рельеф вот этот вот шумовой, который. Сейчас покажу. Вот, ну, который на наконечнике. На самой пуле. Тоже этот рельеф сделать.
Я нарисовал вначале рандомного размера цилиндр. Так, я не понимаю, он в центре, вообще не в центре. Так, сейчас еще раз давайте, чтобы точно в центр попасть. Какие-то тут криости пошли, поля. Отменяем. Вот, ну а за счет Blue Ray Level я сейчас сделаю необходимый мне радиус. Вот она, дорога к успеху в Game Dev. Давай. Чернешка какая-то, да? Что за прикол? Охеренная гифка. Если мужик нарисует. Так, ладно, погнали дальше. Поржали и хватит. Так. Надо подумать теперь, как это сделать. Checkpoints попробую использовать. Здесь будет мультиплай. То есть первым радиусом я сделал внешнюю окружность, вторым радиусом я сделал внутреннюю окружность. Понеслось. Понедельничное безумие.
Не хватает ползунка. Ну и сразу на внутреннюю часть бомбану другой цвет, имеющийся. Так. А, получается, на сам патрон, на саму пулю. Теперь надо тоже рельефчик делать. Безумный этот. Вчера в 5 лег, режим восстановлен. Все, ачивка получена, да? И как же делать здесь? Надо подумать. Очередное подобие World Machine. Надо было еще добавить жалкое подобие. Я сейчас сделаю просто кучу мелких точек потом. Буду их настраивать. Пули из мешковины. Ну да. Есть такое.
Сейчас все будет нормально, Алексич. Будет сейчас никак из мешканины. Так, scale. Тут получается, где вот про это, наверное. Не хватает текстурного разрешения, конечно. Я все равно близких рендеров в поле делать не буду. Поэтому пофиг. Раз. Теперь работаю в Paint, я все время боюсь. Да я в любой программе работаю, так боюсь. Что она зависнет или еще что? Или компьютер взорвется, например. Сейчас вмятины добавлю. Для вмятин какой шум лучше всего подойдет? Целс 1. Неплохой. Зашарплю немного, чтобы углы были видны. Потом также добавлю Paint в режиме наложения Multiply, чтобы убрать с этого места. Получается, здесь шум не нужен. Мне нужен только на передней части.
проще, наверное, вот этим инструментом было сделать. По полигончикам скрыть. Ну и перлин использующий, чтобы ослабить в некоторых местах этот рельеф. Привет, я тут потихоньку посижу, посмотрю. Давай, давай, присаживайся. Армуль пойдет. Теперь магазин. Папку сделаю, потому что на магазине рельефа несколько штук будет. Эй, так. Почему он не дает мне написать сюда что-нибудь? Не, у меня не 10, у меня 12. Немного не тот шрифт. С разных шрифтов попробую. Но этот больше подходит, но все равно не то. Ладно, этот оставлю, чтобы получше подходит.
потому что не хватает разрешения, блин. Ладно, побольше сделаю. И шар применю. Он не такой разблюренный был. Так, здесь надо поменьше сделать силу давленности. Так, а Ригер, это, я так понимаю, имеется в виду фирма, наверное, да? Для надписи там другой рельеф сейчас сделаем. Выбрать какой-нибудь более-менее шрифтом. Все говно. Ну ладно, выберем какой-нибудь более-менее. Самый нейтральный.
С какой-нибудь окружение подберу, чтобы освещение снизу было. Какое-нибудь. И это она. Черта не видно вообще. Детализации не хватает на этой палочке, поэтому надо другой шрифт взять без палочек. Пойдет. Так, теперь что? Знак сюда надо бомбануть. Лого хочу сделать.
Эй, че он какой-то не круглый. Куда еще? Сейчас попробую нанести. Блин, жалко, что в самом пейнтере нельзя там по одной из осей. Плющивать картинку. Здесь слетела у меня тоже маска. Все, нормуль. Где у меня еще рельеф есть? Сейчас надо будет рельеф настраивать на обойме, ну, шумовой, который. А если говорить о надписях и о прочем. А, кстати, у меня ж тут всякие должны быть еще надписи. Штамповочки.
цифры сюда какие-нибудь. И надпись тоже надо сюда добавить. Блин, а расстояние между этими буквами что, нельзя настраивать? Плохо. Ну да ладно. Слон на носках, привет. Делаю сейчас развертку. Кстати, W4, привет. Свои пушки полезно будет прошлый стрим пересмотреть. Твой перед текстурингом. Подожди, это пушка, это вопрос типа был. Полезно будет прошлый стрим. Но я не знаю, я ретупа там не делал. У меня ретупа не было. Поэтому... Полезно будет просто посмотреть, если интересно, как оно перешлось с Макса на Blender. Я именно в текстуринге. Ну тогда да, полезно будет. Пока только на такое способен. Сейчас посмотрим. Ну. Короче, полезно будет посмотреть. Ну, смотри, сам как бы судить. То есть я еще не закончил. Пушка примерно выглядит сейчас.
Вот так, сейчас в разных рендерах покажу. Вот это в Marmorset'е что получается. Но это я еще не закончил, это пока что только базовые заливки. Вот. В дизайнере вот такой рендер получается. Пластик крутой. Так, position. Ну вот как в дизайнере. Ну как бы сам судить, что нравится. Если нравится, то есть смысл смотреть. Но это я еще не до конца довел. Снова здравствуйте. Привет. Я, кстати, сейчас уже буду закругляться. Перерыв буду делать. На 2 или 3 часа. Мне вот такой материал нужно будет сделать. Да, легкий, в принципе. Ничего такого сложного. Но здесь он такой скучноватый, то, что ты кинул. Нет в нем разнообразия. Чисто фактура видна и все. Ну, то есть он как бы на всем пространстве, вот что на скриншоте, да, который ты кинул, он весь однообразный.
Акап. А, это же Андрюха, походу, да? Долго ты что-то сюда шел, если это ты. Так, привет, добро пожаловать. Такие штамповка же, поэтому однообразный. Ну, штамповка. Он просто новенький весь такой. Вот. Не хватает просто пятен тех же самых светлых, там, темных, да, в пластике. Я понимаю, что, конечно, ну, оно не всегда так бывает, да. Ну, вот, например, вот я на своем пластике даже чуть-чуть усилил. Сейчас покажу. Так, надо будет, как кажется, этот спекуляр немного на пластике поднять. Сейчас покажу. Надо на паузу каждый раз рендер ставить в этом, в дизайнере, то он много мощностей жрет. Надо будет мне пятна усилить, что-то они в процессе каких-то манипуляций у меня шум стал меньше заметен. Мелкий, я имею в виду, что-то я там подкрутил, по-видимому, не в ту сторону. Ну, вот если смотреть, ну и опять же, блин, вчера эти пятна были слишком нечитаемые. Сейчас, ой, слишком читаемые, сейчас наоборот нечитаемые. Зависит-то. Сейчас верну все-таки. А где это у нас пятна? Вот они тут. 5-5 было. И фиолетовый тоже немного верну. Сейчас другое окружение попробую, чтобы точно быть уверенным. Ну вот уже сейчас проглядываются вот эти вот пятна. Если видно, есть более светлые участки, есть более темные участки в пластике. Есть еще вот немного розовым отдает, темно-розовые. Так еле читаемо, но как бы видно все равно. То есть оно задает разнообразие. Так, попробую сейчас окружение. Ну да, ну вот можно видеть. А здесь же вот вариант, который ты кинул. То есть вот тут вообще нет никаких пятен. То есть вот есть еле-еле читаемые совсем пятна, где глосс поменьше. Вот тут. Ну, то есть это как бы скучновато. Надо такие вещи преувеличивать. Ну немного усиливать. То есть вот такую пятнистость ее надо задавать, потому что так, ну, она в плане для глаза, оно
приятно смотрится. Ну, а еще учитывая, что это все-таки как бы игровые, да, технологии, игровой рендер, что он тоже само по себе скучен, если не делать внутри материала какие-то контрасты, то ну, глазу просто интересно не будет. Вот. Что все-таки рендер до полного фоторила еще не дотягивает, поэтому надо вот такие всякие фишечки внедрять. То есть пятнистость обязательно надо делать. Так, ну я на этом буду заканчивать. Ухожу на перерыв. В 8, может быть. Или в 7. В общем, где-то в 7-8 запущусь опять. Все. На этом пока что все. Всем спасибо за внимание. До следующей встречи.